Всем хулиганам здравствуйте, с вами я, Домер, и сегодня моя девушка притворится мной, и мы узнаем, поверят ей игроки, хелперы и даже модераторы, либо же нет. А еще если вы каким-то чудом на этом ролике набираете 60 тысяч лайков, то будет еще один ролик с моей девушкой. Ну, мне кажется, вам особо поставить лайк. А те, кто поставили, дай бог вам здоровечка. И напомню вам, что все свои ролики я снимаю на своем сервере, заходите здесь, недавно прошел вайп, да еще и у нас с вами сходка. И величайшая просьба, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик, совсем скоро, на следующей неделе, скорее всего, вас уже будет ждать сюрприз. Да еще остается всего лишь 10 тысяч подписчиков до 2 миллионов 100 тысяч. Ну, а я вам желаю приятного аппетита и советую смотреть ролик до конца, ибо мою девушку-модератор вызвал на проверку читов, и там кое-что интересное произошло. Поехали! Знакомьтесь, это моя девушка Лена. Всем привет! Смотри, нам сейчас нужно уйти с тобой на РТП. После этого мы берем и пишем в чат, кто пойдет в Дискорд. Я настоящий домер. Ну, они, правда, не знают, что трубку-то возьмешь ты. И на самом деле, кто не в теме, я сейчас играю с твинк-аккаунта, поэтому можно подумать, что я фейк. Надеюсь, что хотя бы кто-нибудь пойдет с нами в Дискорд. 5 minutes later. Пока к нам вообще никто не собирается телепортироваться, видимо. Никто не верит, что я домер, и что Лена тоже домер. Ну, неужели сложно вот так вот взять, поверить, что я настоящий. Первый игрок! Наконец-то! И это Драгон! Ёштрендош, отлично. Привет! Пиши свой ДС. Вот сейчас он, конечно, офигеет. Сейчас его Лена будет также троллить, так что... Дружище, прости нас заранее. Он такой спрашивает, ты настоящий домер? Да, да, конечно, конечно. Мы же не будем парня обманывать, Лена. Я настоящий домер. Как докажешь? Принимай ДС, докажу. Все, мы ему сейчас звоним. Или звоним, не знаю, как правильно, напишите в комментариях. Алло, привет. Не, фейк. Я не фейк. Докажи. Доказать? Да. Ну, я настоящий домер. У меня просто, понимаешь, сейчас программа включена, чтобы голос менять. Хочешь, я что-то скажу там? Давай без проги говори. А что говорить? Не знаю, любой. Мой ник скажи. Всем хулиганам здравствуйте, с вами я, Домер. Вот видишь, это я. Это вырезка. Полибас. Да нет, это я. Прямо сейчас на нас бежит алмазник. Что ты думаешь насчет этого? Это вырезка, чем? У меня просто, понимаешь, маска на голос. Она меняет мой голос. Понимаю. Подожди, мне что-то подсказывает, что ты читер. Прикольные вырезки, конечно. И как подсказывает? Мне почему-то кажется, что ты читер. Куда инфа? Давай я твои вещи дюпну. Скидывай мне все вещи. Кидаю. Дюпай. Че, я понял тебя. Посмотри ролик там этот. Такой, дюпну сейчас. Я дюпну. Давай еще вещи. Я больше сделаю. Дюпай. Сейчас, секунду. Держи это тебе. Ты веришь, что я домер? Не знаю. Почему ты не знаешь? Я настоящий домер. Всем хулиганам здравствуйте, с вами я, Домер. Это вырезка под вас. Выдай лобку, если ты домер. Да, сейчас. Чего? Это ты реально? Стоп. Ну я реально домер. Может ты ютубер какой-то, не? Кроме домера, не? Не, ну ты ютубер, что просто. А, я ютубер, я домер. Офигенный ты ютубер. Ладно, на самом деле, хочешь твой никнейм скажу? Delayed User, правильно? Чего? Ну это твой никнейм, Delayed User. А твой никнейм в Майнкрафте Герадегон, верно? Да. Ну вот видишь, это я домер. Тогда не знаю, что сказать. Тогда у меня есть для тебя небольшой сюрприз. Давай. Дюп любой одной вещи. Да? Да, то есть ты мне можешь дать одну любую вещь, я ее дюпну. Подожди, дюпай. Пожалуйста, теперь у тебя два яблока. Ладно, все, тогда пока. Давай, пока. Пока. Ребят, напишите в комментариях, кто из нас больше похож на домера, Лена, либо же я. И никто и не смеется, да? Это мама пришла. Лена, мы с тобой поменяли гриф, мы играем на втором и пишем в чат то же самое, что я писал до этого. Возможно, к нам телепортируется на этот раз быстрее, потому что в прошлый раз мы ждали около 5 минут, чтобы к нам вообще кто-то телепортировался, потому что никто не верит, что, ну вот, Лена, это домер. 5 minutes later. Вы не поверите, но ко мне прямо сейчас телепортируется донат хелпер. Ой, дружище, ты как бы сейчас вообще, наверное, упадешь в оборот. Привет. Пиши свой ДС. Я правда домер. Либо домер видео записывает, либо пятиклашка хочет внимания. Ну, что, пятиклашка ты моя? Ты внимания хочешь? Привет. Домер, это ты? Да, это я. Ты реально домер? Я реально домер. Ты прям реальный домер? Прям реальный домер. Да ты что? Да. Ну смотри, давай, короче, если ты реальный домер, какой у тебя ютуб канал? Домер Гриф. Да, это ты, прям именно твой ютуб канал, да, Домер Гриф? Да, именно мой. 2 миллиона подписчиков, даже больше. А как ты их набрал? Усердием и трудом. А чё ты именно на этом сервере играешь? Потому что он классный. Это же не твой сервер. В смысле не мой, это мой сервер. Ну это сервер Фанзи вообще-то. Да. Извини, пожалуйста, я просто думала, что это мой сервер. В смысле, это твой сервер? Это мой сервер. Ну ладно, давай мы поверим, может это реально его сервер. Просто знаешь что, я тебя хочу замутить, но я тебя не могу замутить. 2 часа в путь. Как это возможно? Ты меня не можешь замутить, потому что ба. Ну хорошо, давай сейчас вот юзани Кидрагона, либо выдай мне модера на минутку. Да, хорошо.
прям честно. Конечно. Блин, что-то не получается, подожди. Блин. Домер, я в тебя тэпнулся. Можешь, пожалуйста, принять? Давай я докажу, что я домер. Как доказать? Зайди со своей основы и тп к нам. Пойдем лучше спаун ломать. Давай, 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 пойдем спаун ломать. Мы пойдем. Я на спаун. Давай, ломай. Что сломать? Сломай цветочек вот этот. Вот. Сейчас сломаю. Блин, не получается. Что делаешь? Блин. Не твой сервер все-таки, да. Ой, сломал. Чё? Марк, можешь... Это он сломал! Что? Что? Как ты сломал? Потому что я домер, ты не можешь сломать? Ну так цветочком не так. А почему? Я могу, например. Ну хорошо, стой, стой. Ты можешь? Иди сюда. Открыть вот эту дверь, вот открыть. Вот дверь. Да. Давай, открой. Открыть. Что это такое? Это дверь. Возьми Г1 и пролети. Да, надо пролететь, просто так пролететь. И все, и я сейчас беру, и все свои деньги скидываю тебе, если ты сейчас пролетишь. Если я пролечу, то ты поверишь? Да, да, все деньги тебе скидываю, прям просто. Давай. Чё? Как? Невозможно, ты как? Это не так, тут что-то не так, стой, тут что-то не так. Да, что-то не так, это невозможно. Я домер. Нет, мы тебе не верим, мы тебе не верим. Я тебе верю. Я домер. Хорошо, можешь сейчас включить демку и показать, что ты можешь управлять аккаунтом домера в Ютубе? Нет, я не могу, сломалась. Реально, домер, он не может зайти, Ро. По идее, не может зайти, потому что сервер сейчас 198 онлайн. Нет. А почему ты мне не веришь? Я же взлетел, открыл дверь, сломал цветок. Домер, а теперь можешь отключить, пожалуйста, изменения голоса программы, нормально сказать. Да, сейчас выключу, секунду. Всем хулиганам здравствуйте, с вами я, Домер. Ну как? Реально? Я же сказал, что я Домер. Да нет, ты не Домер, это ты видос включил. Нет, я не видос включил, это мой сервер. Ты Фанзи. Ты Фанзи, да. Это сервер Фанзи. Я Домер. Зря, мы тебе не верим. Хочешь еще что-то скажу, например? Давай, скажи Dark Top. Сразу видно, у этого игрока большой потенциал. Ну, это нет, это не мое имя. Я видос включил. Можно сейчас в руку взять спам, допустим, с гемки, если ты летаешь. Да, да. И все, я беру и леваю сервака вот просто, вот, если ты берешь спам, беру в руку. Мне не надо ливать сервак. А, ну хорошо, я баню Дарка. Не надо. Он взял спавнер в руки. Ну вот, например, так. Он читер. Нет, я домер. Включи вебку. Я же говорю, сломала. Я не понимаю, зачем вот вам веб-камера? Она действительно сломалась. Вот зачем она вам нужна? Алло. Так, ладно, ребят, давайте с вами пойдем на РТП. Так, я не понимаю, почему вы не верите, что я домер? Ты не домер. В смысле не домер? Ты не домер, ты Фанди. Ты Фанди. Хорошо, что мне там сказать? Dark Top? Ну вот, Dark Top. Ну типа, всем хулиганам здравствуйте, с вами я домер. Ну, так, похоже, да? Да у тебя Таша вот написано, не фейк. Это значит, Фанди, вот. Таша у Фанди донат хера, а у домера IT. Теперь верите, что я домер? Ну что-то тут не так. Ну то есть, я действительно не похож на домера? Это что-то не так. Ну вы скажите, пожалуйста, какой у вас голос больше устраивает? Вот этот вот? Или вот? Такой. Вы действительно не верите, что я домер? Нет, ты Фанди. Ты Фанди. Загадайте число от 1 до 3. Давай 3. Раз вы загадали число 3, вы получаете 3 супер золотых яблочка. Держите. Да, удачной спасибо. Вам игры. Пока. Спасибо, давай, пока. Удачи. Спасибо, Домер. Удачи. Блин, вот один из них поверил в то, что даже Лена Домер, понимаете? В смысле, даже я Домер. Извини. Честно говоря, это так смешно. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить второй ролик с Леной. Ну, если, конечно, лайки вы наберете. Он нам деньги не скинет. А что, он обещал деньги? И все свои деньги скидываю тебе, если ты сейчас пролетишь. Алло, ты меня слышишь? Ну да, да. Где мои деньги? А, точно. Да, я забыл, да. Ну, давай. Все деньги, давай. У меня 29 900. А давай все, что у тебя есть. Спасибо, пока. Чисто взяли, ограбили чувака. Ладно, на самом деле, так как на сервер прошел вайп, давайте я ему эти деньги верну, поскольку они нам не нужны. Мы им просто проверяли, насколько он честный. И я ему возвращаю только не 29 900, а уже 30 тысяч. Все. А сейчас нам нужно сделать так, чтобы модератор нас вызвал на проверку. Смотрите, что я написал в беседу хелперов. И модераторов чекните на втором грифе у челос-читы вроде Doomer L10. Проверьте его. Я на всякий случай включил спиды, чтобы думали, что это реально... Я вижу, модер зашел на сервер. А за мной, смотрите, там кто-то следит. Или это кролик был? За мной кто-то следит! Вон, мама, слева видела? Нет. Я вижу, что за мной следят. Вот, чувак. Блин. А вот и модератор появился. Привет.
Все, Лен, тебя забанят. Вы вызваны на проверку счетов, у вас есть 5 минут, скинуть свой дискорд, уклон от проверки, игнор, бан, сложил вещи, бан, 14 дней. Я не читер, давай напишем, дискорд пиши. Ой, Лена, это попадос. Так что за этот момент можете реально однозначно лайк поставить, ибо во второй части мы придумаем что-то грандиозное. Что мне теперь делать? Привет. Что ты хочешь? Это проверка на читы, включай демонстрацию экрана. Я не читер. Мы как раз это проверим, включай демку. Не, не хочу. Я домер. Я не верю. Почему ты мне не веришь? Я не хочу включать. Включай демку, если не включишь, будет бан. Сейчас ты... Нажимай F3. А это где? Нажимай, значит, настройки. Что дальше делать? Вон есть сбор данных. Нажимай сбор данных. Я не хочу, я домер, правда. Нажимай. Чем? Я домер. Чем бан получишь? Я без читов играю. Как раз проверка, давай нажимай сбор данных. Хочешь, я докажу, что я домер? Всем хулиганам здравствуйте, с вами я домер. Видос... Небось, включил, и типа говоришь домер, я так же могу. Всем хулиганам здравствуйте, с вами я домер. Это не видос, это правда я. Это видео. Это не видео, это я правда я, почему ты мне не веришь? Что-то мне подсказывает, что у этого игрока есть читы. Видишь? Домер бы не сказал, что у Мудра есть читы. Ну, просто я домер. Я этому не верил. Почему ты мне не веришь? Что мне сделаешь, чтобы ты мне поверил? Вот чтоб сейчас зашел домер, так и сказал, что это... Мой твинг. Это мой твинг. Пошли на спаук. Ну тэпись, я все равно вижу твою демонстрацию экрана. Давай докажу, что я домер. Давай доказывай. Хочешь, я сломаю этот цветочек? Ломай. Сломал. А, это тоже читы. Это не читы, я домер. Напиши геймод. Да, геймод 1. Написал. Оу, флай, читы. У меня все зарекано. Я правда домер, не бань меня, пожалуйста. Я домер. Сразу видно, у этого игрока большой потанцевал. Нет. Зачем ты меня забанил? Я домер. Ты не домер, ты взял. Сломал опку, наверное. Я маме расскажу! Ладно, ладно, полегче, полегче. Алло, привет, я домер. Хорошо. А ты можешь мне, пожалуйста, разбанить? Это социальный эксперимент был. Не поверили тебе то, что ты домер, и взяли тебя, забанили. Так что, друзья, набирайте на этом ролике 60 тысяч лайков, то будет вторая часть с Леной. Я домер. Сами понимаете, продолжение зависит от вас. Если что, этот ролик мы записывали на моем сервере, IP адрес сервера будет в описании. Инстаграм Лены тоже в описании. А на этом все, с вами Домер. Подписывайтесь на канал, ибо совсем скоро вас ждет сюрприз, и я бы не хотел, чтобы вы его пропустили, да и вообще видосы не пропускали. Всем пока! Пока!